Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет, а то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам, а дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. Ух ты, давненько я не видел здесь новых лиц. Добро пожаловать в подземелье, братишка. Чувствуй себя как дома. Любопытствуешь, а? Да, вот этим я целый день и занимаюсь. Эй, не трожь! Ты ищешь ученого, да? Не ищи его слишком усердно. Понимаешь? А, ладно. Не слушай меня. Так, глупость. Я не должен был говорить об этом. Нет, это правда, не мое дело. Слушай, Скотти, чего ты там пустишься? Я бы ты еще раз уже закончил. Тогда ползи сюда и сам все сделай, жердяй. Вот еще. Я мастер-наставник, а не рабочий. Ну, доделаешь ты эти муфты или нет? Слушай, я тебе ничем помочь не могу. Я занят. Может, ты меня не расслышал? Я очень занят. Если хочешь сам там ползать вперед. Если нет, убирайся. Гранд Бастон, мастер ремонтников. Сегодня 19 октября. Ко мне поступают все больше сообщений о необъяснимых вещах. Работать на другой планете, да еще и под землей, само по себе немного жутковато. Так что всегда кому-то что-то чудится. Меня тревожит то, что в последнее время таких сообщений все больше и больше. Люди напуганы. До нас доходят жуткие слухи про эксперименты в комплексе Дельта. А еще и постоянные броски напряжения. Свет постоянно мигает, а пару раз за день выключается на несколько минут. Это еще больше нагнетает обстановку. Я делаю все, что могу, чтобы держать моих ребят в форме, но у нас постоянно не хватает людей. Каждый день кто-то заболевает. Я буду держать своего начальника в курсе ситуации и регистрировать новые сообщения по мере их поступления. Конец записи. Тоже мне техники. У вас вообще хоть что-нибудь работает? Сэр, ученые требуют от оборудования слишком многого. Хватит отговорок. Пошевеливайся, у ученых работа стоит. Я делаю, что могу, сэр, но не пойму, что же такое происходит с системой. Странно все это. Нечего трепать языком. Господи, что за привычка подкрадываться к людям со спины? Здесь и так у всех нервы на пределе со всей этой чертовщиной. Тебе в гараж. Это вон в ту дверь. Теперь отстань от меня. Что же такое случилось с оборудованием? Вот чертовщина. Ты тот новичок, который ищет старый центр связи. До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Ну, так и будешь ждать у моря погоды? Давай, иди.
А? Нет, нет, ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все, иначе... Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Господи, спаси! Штаб десанта. Направляйтесь в штаб и ждите дальнейших приказаний. Начальник энергостанции. Запись от 18 октября 2145 года. Нагрузка на энергосистему на 23% превышает номинальную. Я удлинил все смены до 12 часов, чтобы мы хоть как-то могли справиться с возрастающей нагрузкой. Комплекс Дельта потребляет все больше и больше энергии. Мы выходим за все возможные пределы. Если и дальше работать с такой нагрузкой, оборудование вскоре откажет. Я подал запрос о реквизиции запчастей из других отделений, чтобы поддерживать работоспособность наших систем. Я не понимаю, что происходит в комплексе Дельта, но я делаю все, что могу. Постоянный рост нагрузки уже сам по себе все поставил на уши. А еще и слухи. Если ситуация не выправится, скоро начнется натуральный хаос. Конец записи.
Мама? Я не знаю, что напал на нас. Повторяю, противник не опознан. Вернитесь к штабу и занимайте там оборону. Приказ держаться. Штаб, на связи команда Браво. У нас один убитый и несколько раненых. Мы на подходе. Требуется медицинская помощь. Второй взвод огневой поддержки. Монорельсовый путь разрушен. Добраться до базы нет возможности. Конец связи. Вас понял, второй взвод. Отступайте к ближайшему мосту и держите оборону там. Конец связи. Сержант Рейли на связи. Отступайте к штабу и ждите дальнейших указаний.